Ну, а мы продолжаем. Вы знаете, Дагестан действительно очень яркий, дружный и невероятно интересный. И, как правило, здесь один человек имеет сразу несколько профессий, несколько вариаций работы, да, и, как правило, люди все творческие. Так вот, прямо сейчас на этой сцене самый поющий стоматолог Алим Азизов. Давайте встретим аплодисментами. Всем добрый вечер, салам алейкум из Рубаш. С наступающим всех вас. Спасибо всем. Алим Азизов, подождите, мы вот с вами сейчас встретились практически на выходе, да, из этого, так сказать, метрополитена. Пойдемте-ка со мной, пойдемте-ка. Мы, знаете, мы сегодня не отпускаем наших артистов без поздравлений женщинам. Вы ведь завтра в любом случае откроете свой инстаграм многотысячный и будете поздравлять женщин. А сегодня у вас есть, так сказать, прекрасная возможность наших родных лично поздравить. Ну, конечно... Можно говорить много-много, но я буду сегодня краток. Желаю, чтобы у всех наших прекрасных женщин, девушек, матерей зубы были всегда здоровы.